классное видео, и оно называется «Мое утро». Я очень люблю смотреть такие видео на YouTube. Мое утро, мое вечер. И мне кажется, что он мотивирует, и также хочется поменять что-то в своем расписании, добавить что-то полезное, интересное и так далее. Я надеюсь, вам понравится видео такого формата, и вообще видео вам это понравится. Итак, я уже проснулась. Сейчас буду ложиться спать. Теперь применяем всякие уходовые средства и так далее. Первое, я одеваю резинки на свои брекеты. Они вот так выглядят. И лучше не смотреть это, честное слово. Я уже одела резинки. Вот. И сейчас буду протирать свое лицо. Протирать. Салициловой кислотой — это аптечный препарат. И он очень хорошо удаляет все прыщики и так далее. Так что открываем. Открываем. Берем ватку или ватный диск. И... когда это все просыхает, салициловая кислота просыхает, потом я протираю лицо вот таким вот лосьоном от той же фирмы Skin Life, как у меня пенка, как вы видели, и она очень хорошо тоже удаляет прыщики, так что давайте протирать. Итак, пока лосьон просыхает, высыхает, можно застелить постель. Как лосьон высох, нам нужно достать вот такой вот корейский крем алоэ, который очень многофункциональный, и его можно использовать как после ожогов, как и просто увлажнение, как просто крем. И сейчас будем его мазать. Он такой жидкий, но больших пан, ну не такой жидкий, как сметанка, а больших банках он намного гуще. Или просто не знаю. Мне кажется, в банках погуще. Нет, да. Итак, пока крем уже высох, я одела чучки, заплела хвостик, расчесала волосы, и сейчас буду переодеваться из пижамки в домашнюю одежду. И моя домашняя одежда — вот такой вот сарафанчик. Обожаю этот сарафанчик, это просто нечто. Так что, переодеваемся. Ну что, мы переоделись в платьюшко. И сейчас пойдем кушать. Но сначала попить водички.
потому что утром очень хорошо пить водичку. Итак, сейчас мы будем делать коктейль. Нам понадобится, конечно, наша любимая кружечка, лимончик. Сейчас будем отрезать. О. Так, лимончик порезали. Теперь нам понадобится виноград, но мы его не будем резать. Вот. Потом берем яблочко, режем буквально чуть-чуть. И режем это на несколько кусочков. Вот. И сейчас берем также эти фрукты, которые мы... Лимончик сначала. Вот. Потом берем виноградик. И потом берем яблочко. Вот. И сейчас ответственный момент. Мы будем давить это все вилкой. Сок чуть-чуть. Нам теперь нужно налить до воды. И, ну, если хотите, охладить его. Но я не хочу это долго. Поэтому пошли наливать воды. Теперь мы налили воды уже. И можно добавить сахара по вкусу. И закрываем все крышкой. И вот так делаем. Берем тарелочку. Берем хлопья. Берем молоко. И берем ложечку. Убираемся в рабочее место. Идем кушать. Приятного аппетита. Так, ну вот подошло наше видео к концу. Я надеюсь, что вам оно безумно понравилось, потому что мне вообще безумно хотелось, что я приезжала. Я надеюсь, вы поддержите меня лайком, подпишитесь на мой канал. И я вас всех люблю. Пока!